Привет, это Струнодёр, и в руках у меня очередной американский Fender Stratocaster, а серия эта называется Lone Star. Вот, на самом деле, значит, отличается совершенно классическим вот видом «Все хорошо» и хамбакером Seymour Duncan Bridge. У меня есть еще одна такая гитара в цвете Sunburst. Это гитара в цвете, ну, Black, как мы видим, ну, и такая под Клэптона немножко, тоже такой классический фендероидный цвет. Голова выглядит вот так, стандартная башка. Значит, здесь мы видим какую-то еще лейблу от Fender. По-моему, это 96-й год. Вот, вообще, это очень неплохая серия. Вот, по интереснее, наверное, стандартов. Но еще и почему-то еще их иногда называют Fat Strat из-за хамбакера. Вот я, честно говоря, не знаю. Там есть Fat Strat, есть Lone Star. В чем отличие, мне неведомо. То есть для меня они отличаются как бы от обычного Stratocaster тем, что у них вот стоит вот этот доблестный Seymour Duncan в бридже, двухболтовая, вот как на делюксах машинка, ну и 22 лада. Вот. А Lone Star, который у меня в цвете Sienna Burst, там совершенно видно, что боди ясеневая фактура, там ее видно просто глазами. Здесь врать не буду, не знаю. Возможно ясень, возможно ольха. Надо посмотреть. Вообще, говорю, серия достаточно, ну сейчас уже не так часто встречается, потому что это как бы 90-е годы. Вот, да, собственно, и все. Давайте сейчас быстренько, коротенько, значит, Fender Pro Junior с педалькой T-Rex Tone Book, она называется. Я выяснил, наконец, как называется тот ревер, который я сейчас использую. Вот, попробуем эту гитарку потестировать немножко. Абсолютно нормальный, честный, хороший, классический стратокастер. Ну вот, и как бы, здесь нет синглового звучания вот этого, да, его не будет. То есть здесь только последнее положение, чистый хамбакер. Вот, а так, как я понимаю, либо тут два сингла, либо хамбакер плюс сингл. Вот врать не буду, опять же, надо посмотреть по коммутации. Но, опять же, это не очень принципиальная вещь, то есть не то, что он тяжелее звучит. Ну, в хамбакере, конечно, мощнее будет, да. Ну и как вот мы знаем, на сурах там вот сейчас, которые под страт, на многих гитарах, особенно таких модерновых, бутиковых в формате стратокастера, как бы именно используется версия сингл-сингл-хамбакер. Вот давайте сейчас с драйвом тоже ее немножко погоняем, Fender Pro Junior. Ну и на этом обзор, я думаю, можно будет закончить. Thank you.
Fender Lone Star Stratocaster американский. Вот, значит, вот выглядит вот так. Тут, кстати, стреп-локи к нему. Вот ремень даже такой оранжевый мне дали. Кейс есть. Год 96-й. Ну, то бишь, гитаре, соответственно, у нас получается 27 лет. Ну, не винтаж еще, но уже как бы возраст весьма, скажем так, зрелый. Кто-то любит поновее, кто-то любит постарше. Это, опять же, рояли не играют. Здесь, главное, нету никаких никоцок. К гитаре относились очень хорошо. То есть она в очень хорошем состоянии. Ну, сзади есть такие потертости именно от, от ремня. То есть человек играл. Но в остальном я тут никаких косяков существенных не вижу. Лады в порядке, все нормально. Гитара в лавке наличествует, продается, обменивается. Обмены рассматриваю все в пределах разумно. Опять же говорю, в комплекте кейс, в комплекте вот этот ремень, стреп-локи, все дела. Вот. А я на этом прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.